«Пей кофе и зарабатывай». Девиз бизнеса нового поколения. Неплохо, не правда ли? Сколько можно заработать на кофемании и как это сделать? Подробнее в нашем видео. Итак, три простых шага, как заработать миллион на кофе. Чтобы заработать хорошие деньги на бизнесе «Купи-продай», нужно найти продукт, который не нуждается в представлении. Продукт, который употребляют миллионы людей. Ежегодно по всему миру выпивается 760 миллиардов чашек кофе. Кофейная промышленность – одна из наиболее развитых отраслей мировой экономики. Торговля кофе занимает второе место в мире после нефти. И вы уже догадались, к чему мы клоним. Кофе – продукт, употребление которого растет в развитых странах со скоростью света. И ваш первый шаг на пути к богатству – успей занять кофейную нишу, пока это не сделали другие. Просто решись на это. Уже решился? Тогда мы подскажем, что делать дальше. В 2016 году 69% потребителей кофе в России отдали предпочтение растворимому кофе. Но культура потребления кофе растет, и все меньше людей хотят пить просто растворимый кофе. А поскольку варить свежемолотый кофе не всегда есть возможность, на арену выходит сублимированный кофе. И вашим вторым шагом на пути к успешному бизнесу становится выбор. Выбор по-настоящему качественного сублимированного кофе. Мы расскажем вам о кофе «Американо» компании APL. При изготовлении этого продукта кофейные зерна обжаривают, измельчают и обрабатывают горячей водой. Получившийся концентрированный напиток затем высушивают по технологии «фриз-драйт» и получают вымороженный кофе, то есть кофе, высушенный заморозкой. Замороженные кристаллы кофейного экстракта обезвоживаются возгонкой в вакууме. Такая сушка сохраняет основные биологические качества материала, так как кислород не окисляется и не изменяется объем продукта. Сублимация позволяет получать продукт высокого качества, приближающийся по всем показателям к свежему. Это самый новый метод производства растворимого кофе. Он дорогой, но позволяет максимально сохранять все исходные свойства натурального кофе. «Американо» изготавливается на собственном заводе APL. У него новая суперсовременная упаковка, которая идеально сохраняет аромат кофейного зерна. Итак, мы определились с продуктом. Третий шаг – продажи. Вы можете арендовать торговую площадь, нанять продавцов, исправно платить налоги и тратиться на рекламу. Возможно, что-то получится. Но мы живем в веке, где самой эффективной системой торговли признан сетевой маркетинг. Это система продвижения товаров и услуг, которая минует всех посредников. Это система, при соблюдении условий которой, привлекая нескольких потребителей, вы получаете целую сеть. С сетевой компанией APL заработать свой первый миллион можно уже через 6 месяцев работы. Ведь здесь идеально соблюдены все условия. Первое. Есть возможность оказаться у истоков бизнеса и первым завоевать кофейный рынок. Второе. Уникальный востребованный продукт, который удивляет своим качеством. Третье. Маркетинг-план, который позволяет зарабатывать.